Сейчас все кончится. Пока твоя голова. 31 декабря. На улице пустота. Времени 10 часов. Где-то, да? 22 часа вечера. И вот мы выходим почти на центральную улицу города Котласа. Называется Невского. Вот такая тишина. Никогошеньки. Да. А вот и мы. А вот и мы. Вот так поворачиваем. Да. Видно, что это мы. Да. Мы идем домой. Да. За нами. Что будем делать? За нами. За нами Россия. Кристалл. За нами Россия. Ну все. Слезы текут из глаз от счастья. Давай, и от мороза. Переверни туда. Да. И, ну, и все такое. Одинокие похожие шагают по улице. Очень красиво сегодня на улице. Приблизь. Все деревья в серебре. Плохо видно, но очень красиво. А это пар валит с канализационного люка. Да, это я. Ну, говори что-нибудь. А чего? Новый год, 2016, скоро наступит. Сейчас пойдем порубаем салатов. Готовим что-нибудь. Хотя мы уже сыты идем из гостей и уже, в принципе, наелись. Что жду от Нового года? Больших перемен в лучшую сторону. Так что всем желаю того же самого. Ну и надеюсь, что вот этот дом построят в этом году. Посмотрим через год, будет он тут построен или нет. А то тут забор давно уже стоит. И очень красивые сегодня деревья, прям вообще супер. Идем ближе, подойди. А ты чего ждешь от 2016-го? Снимаем на фотоаппарат, поэтому не так хорошо видно, но просто изумительная красота. Сейчас сделаем фотографии, еще попробуем. Ну все, давай. Завершаем. Везде разряды слышны.